Смотрите, очень-очень важные такие слайдики будут. Скажите мне, как видно слайды, хорошо? Вот больше не могу расширить, потому что будет не очень хорошо видно. Смотрите, фокус у нас такой. Фокус на бриллианта. Да? Новички, наверное, пока еще не знают, что это такое, но я уверена, вы все-таки созвоните с вашим спонсором, вышестоящим наставником, человеком, кто вас пригласил, он вам объяснит, да, и займетесь с ним планированием. Смотрите, там тоже интересные слайдики у меня дальше будут. В 2017 году запускаем 6 менеджерских групп. Да, что такое 6 менеджерских групп? Это 6 человек вашей первой линии, да, ну, так будем говорить, кто зарегистрирован конкретно под вами, да, найти этих людей, да, рекомендую все-таки работать со списком знакомых, потому что там люди, которые вам доверяют, и те люди, которым вы хотите помочь, да, стать тоже финансово независимым, такими же, как вы. И те люди, эти люди вам доверяют, и рост будет намного быстрее. Найти 6 таких человек и вырастить из них менеджеров. Да. Соответственно, ваша цель будет, первое, это директор. Ну и дальше, смотрите, в 2017 мы запускаем эти 6 групп, в 2018 году открываем бриллиантовую квалификацию. И вот уже можете видеть, что такое бриллиантовый директор. Бриллианты. У меня вот с самого года уже во сне снятся эти бриллианты, и в глазах бриллианты, и вот на самом деле очень хочется сильно. Мы, что новички, что мы еще тоже не на этой квалификации, поэтому все с вами вместе стремимся, у нас единая с вами цель. Вот, смотрите, вот смотрите, по статистике, да? Если вы сейчас менеджер 9%, у вас одна веточка должна быть. Это такая статистика, так скажем, роста на уровне директора с хорошим доходом. Бывает всегда, не все всегда по плану, да, но ничего, будем к этому стремиться. На 12% два ключевых партнера, то есть это две веточки. Ключевых партнеров в глубине может быть много. На 15% 3, на 18% 4, на старшем менеджере 5 и на директоре 6. И вот как раз 6 это такая наша заветная цифра, да, если мы запускаем вот так вот вашу структуру, свою структуру, то у нас будет на уровне директора достаточно хороший доход, да, это порядка там 40 тысяч в 3 недели, и можете посчитать там в месяц, да, сколько выходит. Вот, я не сильно умею считать, ну, примерно, наверное, там 50 или, может быть, около 60 тысяч рублей. Я думаю, что для начала нас такой доход устраивает, правда же, да? Напишите, пожалуйста, давайте с вами сегодня будем в обратной связи работать. Вот, я думаю, что устраивает. И 6 это не просто так. Сейчас у нас директор, да, на 6 у нас веточек менеджерских, мы директор. А в 2017 году мы их запускаем. Но уже в 2018, а кто-то и в 2017 начнет открывать новые квалификации, да, мы в 2018 открываем бриллиантовую квалификацию. Говорим, например, про новичков, да, сейчас. Что на этом уровне нас ждет, да, бриллиантовый директор? Это доход примерно там в месяц 250 тысяч рублей. Вот можете среднегодовой доход увидеть, да, достаточно уже такой хороший. То есть на уровне бриллианта вы становитесь уже дважды, да, миллионерами, а кто-то и трижды. Вот, то есть это 6, открыть бриллианты, это 6 20% групп в первом уровне в течение 8 любых каталожных периодов. Вот, единовременная выплата 6 тысяч долларов, приглашение на 2 лица на банкет директоров, который у нас ежегодно проходит в Москве, в этом году у нас будет в Олимпийском, да, там, где звезды у нас выступают. Возможность участия в золотой бриллиантовой конференции. Что это такое? Золотая конференция – это поездка бесплатно. В этом году у нас золотая конференция будет на лайнере, это 3 страны, по-моему, 6 городов, если я не ошибаюсь. Вот, то есть на лайнере прям путешествие, лайнер огромный, как дом. Вы посмотрите, зайдите, пожалуйста, промотивируйтесь, посмотрите ролики, что такое лайнер, да, самый большой лайнер в мире, наберите. Вот, это просто что-то, не знаю, нечто, да, не каждый может позволить себе из вашего окружения просто так путешествовать, а это у нас все будет бесплатно. Далее, бриллиантовая конференция, это конференция уже такого уровня, достаточно высокого. А, да, 2 континента, 3 стороны, 6 городов. Представляете, как круто, да? Бриллиантовая конференция, то есть золотая на одного участника у нас, бриллиантовая конференция на двух. То есть вы, например, можете с мужем поехать, либо с женой, либо кого угодно можете взять. Вот, то есть вы и спутник. Это у вас будет две путевки бесплатно. И
по-моему, вот считали наши спонсоры, да, сколько компания на каждого человека платит. По-моему, она около 500 тысяч заплатила за двоих на бриллиантовую конференцию. То есть вы не платите ничего, а компания оплачивает все за вас. Номер проживания, вот они ездили в Сингапур, в этот отель Marina Bay Sands, наверное, видели, на трех или на двух, по-моему, такая палуба лежит с бассейном, и на два таких отеля, или три, не помню уже. Вот, у меня, кстати, висит, точнее, вот в моем альбоме желание, там у меня это есть. Очень тоже хочу посетить эту страну. В общем, там отель у них стоил что-то около 17 или 20 тысяч в сутки номер на двоих, представляете, да? Я себе не могу это позволить. Если бы я жила обычной своей жизнью, я бы, наверное, никогда себе не смогла позволить просто в сутки тратить такую сумму, да? А у кого-то две зарплаты в 17 или 20 тысяч рублей, да? А это один номер. Вот. Так, кто-то к нам зашел. Ребят, слышно меня? Почему-то это... Слышно? Ребят, слышно? Ага, кто-то подключился, не смогла его отключить. Смотрите, дальше. И золотой значок с бриллиантом. Тоже девочки, да? Лучшие друзья женщины – это бриллианты. Тоже очень... Так, как нам отключить-то? Даже не знаю этого человека. Ребят, кто под модератором 2? Жень, ты что ли? Выйди, пожалуйста, а то что-то фонит. Так, сейчас слышно? Напишите, пожалуйста. Угу, отлично, все. Так, ну и смотрите, вот если по этому слайдику есть вопросы, ребят, напишите, пожалуйста. Дальше, следующий слайдик у нас. Смотрите, все тот же бриллиантовый директор наш любимый, да? Я хочу, чтобы у вас было, знаете, прям вот вы прям предвкушали, и вы видели перед собой вот эту сумму, да? То есть вот этот доход ежемесячный, примерно 250 тысяч рублей в месяц. Если вы сейчас там зарабатываете 20 тысяч рублей, что хотя бы у вас уже цель стояла, и вы знали, как достичь эту сумму. И подумали, что бы вы сделали, если бы ежемесячный ваш доход составил вот такую классную сумму, да, вот, ну, я вот, например, знаю, если бы у меня только первый каталог были такие деньги, я знаю, что бы сделала. Есть там кредиты, есть еще что-то, я бы, конечно же, погасила в первую очередь все свои кредиты. Я думаю, что я не одна такая, да, и у вас тоже, ну, как бы есть такие моменты. Вот, а кто-то, может быть, как-то по-другому, да, сразу бы махнули на море, вот, ипотека, точно, у нас просто ипотеки нету, нам повезло, но есть кредиты, да, ипотека, да, у многих вот это вот прям, так скажем, на плечах, да, стоит такой грузик. Вот, смотрите, ну, все такие, все одинаковые, мы все с вами одинаковые, да, и каждый может достичь того, чего угодно, потому что сами знаете, что мы пользуемся не на 100% своими возможностями, которые вообще у нас есть. Я вот, кстати, недавно фильм смотрела, что не на 100%, не помню, сколько на процентов мы своим мозгом пользуемся, но на очень мало, да, то ли там 2%, то ли сколько. Вот, и за всю жизнь мы так и не используем там 98%, да, того, что можем. Вот, дальше. Ну, на уровень бриллианта лучше, ну, не лучше, да, рекомендую, конечно, закрыть еще, есть время. Ну, вот. Ну, ну, ученые максимум на 10%. Ну, суть в том, что сами понимаете, да, то есть мы, большее население, такие как сосиски себя ведут, да, ничего не хотят, размякли все, не действуют никак. Вот, мы с вами не гении, да, мы обычные люди, но... можем все-таки, ну, как бы держать себя как-то, так скажем, в ежовых рукавицах, если нам нужно достигнуть цели, да, потому что, ну, сами понимаете, как может наша измениться жизнь. Все это знаем, все хотим, но почему-то не все это делают. Смотрите, не из потолка взяла такую сумму, 17 500. Напишите, пожалуйста, хотите такую сумму, единовременно, хотите такую сумму, 17 500. Нет, мы не сосиски точно. Откуда вообще мне это слово пришло? Отлично, я тоже хочу. Да? Представляете, 17 500 долларов, тысяч долларов, это 1 050 000 рублей.
То есть на 1 миллион 50 тысяч рублей можно купить квартиру, однокомнатную квартиру в городе Барнауле, где-нибудь там на Балтийской, на Взлетной, можно купить. Вот, можно потратить это по-другому. Кто-то поедет всей семьей, там, всю общую семью соберет, да, и родственников, близких, и поедет отдыхать. Кто-то по-другому распорядится этой суммой. Олесь, да квартиру можно купить на эту сумму, если захотеть, да, вот как раз вот в том районе, где-то в районе Балтийской. И кто-то, например, может быть, возьмет эти деньги и вложит в банк, да, чтобы деньги работали на деньги. Можно квартиру купить, я знаю, просто недавно смотрела, небольшую такую однокомнатную. Можно обустроить хорошо свою квартиру, да, сделать офигенский ремонт. Кто-то начнет строить свой дом, да, у каждого разные мечты. Я просто вам рекомендую, ребят, начните мечтать, вот особенно обращение к новичкам. Наверняка вам уже спонсоры, вышестоящие наставники дали такое задание написать список мечт, да, кто-то дачу купит, тоже неплохо, написать список мечт. Дайте себе, там, не знаю, несколько часов, может быть, посмотрите какой-то фильм, там, не знаю, чтобы промотивироваться, посмотрите классные картинки яркие, журналы какие-то о путешествиях, не знаю, что вас мотивирует, найдите и помечтайте, и просто запишите все на лист бумаги, но только чтобы вы прям возбуждались от ваших мечт, да, не просто там закрыть ипотеку, там это, а мечты, мечты ваши, вот, может быть, вспомните ваше детство, да, фильм «Секрет» посмотрите, там он тоже на вас с точки зрения физики, там, закона притяжения, да, притягивается то, о чем мы думаем, о чем мы мыслим, да, и постоянно, если это будем повторять, то вся Вселенная поспособствует. Я это знаю, ну, 100%. У меня были мечты, там, ну, разного характера, и там даже небольших денег они стоили, но это все равно были мечты, и они воплотили в жизнь. Вот, ну, в общем, 17 500, я не сказала, это у вас будет такая единовременная выплата, если вы, ну, или, так скажем, не единовременная, но если вы откроете, запустите 6 директорских структур в 2017 году, да, и, например, закроете в 2018, то есть в течение года у вас будут ваши старшие менеджеры становиться директорами, и, естественно, ваши премии будут расти. Тоже, если кому-то пока еще что-то непонятно на этом моменте, обратитесь, конечно же, к вашему наставнику. Смотрите, то есть в любом случае, начнем со сравнения, да, чтобы построить хороший, надежный дом, нужен фундамент, укрепление, да, изначально нужен план, обязательно план, как мы будем строить, да, без плана мы просто его не построим. Дальше фундамент заложить, ну и сама уже стройка, отделка и так далее, да, красоту наводим. Вот, и тут также, то есть сначала мы должны запланировать, планируем мы, то есть долгосрочная цель у нас с вами уже построена, это бриллиантовый директор, да, но нужно расписать, как мы ее достигнем. Я вот как-то в начале года села и расписала, прям по каталогам, да, и выявила, когда я все-таки хочу открыть бриллиантового директора. Вот, а среднесрочная цель – это директор, да, у многих это директор, у кого-то это, ну, в принципе, и у менеджеров, да, и у новичков это среднесрочная цель будет. Директор. Тоже расписали, как открыть, то есть что нужно сделать. Мы выявили, да, что на уровне директора у нас должно быть запущено 6 менеджерских групп. Вот, собственно, из этого уже можно исходить и ставить свой план. И дальше, краткосрочная цель – это менеджер. Если вы сейчас новичок, мы, конечно же, планируем в очень скорейшем времени, лучше за каталог, открыть менеджера, да, то есть тоже расписываем, что это такое, да, ну, легче всего, как мы делаем, расписываем, сколько это баллов менеджер, если вы бизнес-партнер, то, соответственно, вы делаете ЛТО лично 150 бонусных баллов, там 900 минус 150, и нужно на команду 750, да, бонусных баллов, и как это все распределяется. Вам, дорогие новички, может помочь, конечно же, ваш вышестоящий взрослый менеджер попланировать, либо директор. Вот, планирование, потом следование этому плану, да, рекрутирование, приглашение людей в нашу команду. Много есть там моментов, в которых мы учимся, да, получается, у нас есть чек-лист на каждом уровне, да, и в итоге мы получаем результат. Вот, то есть, ну, вы со мной тут не поспорите, да, потому что это, как бы, это так и есть.
Вот, смотрите, ну и напоследок, ребят, недаром мы говорим про бриллиантов, про курс на бриллианты, да, вот здесь не очень хорошо видно, сообщение от Юлии Гефнидер, такое было в директорском чате, занавесу приоткрою, наверное, не все еще знают, да, что у нас открывается чат Real Diamond. Да, реальные бриллианты. Вот. И Юлия Гефнидер приглашает всех вас принять участие, вступить в этот чат. Что нужно сделать? Да? Нужно запустить 6 групп, и 4 из них должны быть менеджерские. Как можно скорее, чтобы 4 группы были менеджерские. И тогда вы в этот чат вступите. Там будет очень-очень много эксклюзивного. Общение с вышестоящими наставниками, с людьми не просто теоретиками, а практиками. Люди, которые уже зарабатывают практически 500 000 в месяц, у которых реально есть чему поучиться. Да? И новичков уже 10 раз поздравляла. Новички, я вас еще раз поздравляю, потому что мы все туда метим, да, и рекомендуем вам туда метить, и мы знаем, как это сделать. И эти люди, наставники наши, да, Артем и Юлия Гефнидер, они уже бриллиантовые директора, уже скоро, уже и старшие бриллиантовые, и дважды бриллиантовые, да, и скоро еще новое звание открывают. Вот, то есть эти люди уже это выполнили. И они знают, как этот путь к успеху, да. И вот тут стрелочка «Путь к успеху» на бриллианты, да. Найти в своем окружении 6 людей, которые будут такими же, как вы, да. Такими же, как вы, стремительными, делающими. И с мечтами, да, самое главное. Чтобы они смогли это все реализовать, вы просто им поможете. Смотрим только на итог работы, все, что в промежутке, это опыт. Да? Рассматривайте все, что вам дается на вашем пути к вашей цели, как опыт. Потому что даже пусть, например, сегодня запланировали менеджера, а как-то у вас не получилось, да, не надо там расстраиваться, впадать в апатию, все там, все плохо, работать не хочу больше, все я бросаю, да, все испытайте как опыт. И я до директора шла, и сейчас я иду тоже таким же моментом. Я не расстраиваюсь никогда, я просто беру к сведению и делаю, ну, как бы как-то проанализирую все и делаю немножко там по-другому, да. Либо знаю, что может быть сейчас стоит подождать, но скоро зато мы там бомбанем сильно, да. Все как опыт. И смотрите тоже, новичкам рекомендация. Сейчас вы, например, пришли в первом каталоге, не делайте никаких поспешных результатов. Например, вы начали рекрутировать там в Инстаграм, к примеру, либо приглашать знакомых. И у вас там 5 знакомых отказали, да. Не делайте поспешных выводов. Просто как бы, ну, уберите это, но нет и нет, да. Я вот, например, всегда знаю, если вы мне сейчас отказываете, вы потом придете. И это так и получилось, да, и просто действуйте в течение 90 дней, никакой анализ своей работы не давайте, да, действуйте, конечно же, не халявьте, потому что если вы заявились о том, что все, я хочу, договорились с вашим спонсором, он тратит на вас свое время, да, и вы свое время тратите тоже на это, то все-таки будьте честны хотя бы перед самим собой. Да, и делайте все ежедневно, как рекомендуют, да, потому что если есть система, и вы все по системе выполняете, у вас будут регистрации. Тот, кто долго не регистрирует, значит, да, запись идет, значит, как бы просто действуйте не система. Все, тут нету никакого вопроса, почему не получается рекрутировать, потому что не системно. И на этом курсе все-таки вы научитесь. Прям в этом интенсиве, потому что, ну, я очень люблю такие интенсивные, я знаю после этого, как растут мозги, растет голова и вообще осознание по отношению к бизнесу. Вот, в общем, не делайте никакую оценку, да, в течение 3 месяцев, это 90 дней. Говорят так наши спонсоры, потому что знают, говорят так мы, потому что тоже уже на опыте. И, в общем-то, все у нас будет, да, главное захотеть и действовать. Вот, и напоследок еще раз, да, ребята, все в наших руках, курс держим на бриллианта. Если вы знаете, какой результат хотите получить, то сможете сосредоточиться на главном и не поддаваться эмоциям, которые слишком часто и быстро заводят в тупик. Я вот тоже тут картинку такую хотела вставить, не нашла ее. Вот уже, знаете, на опыте своей структуры, да, есть люди, которые начинали действовать, уже практически дошли до своей первой цели. И вот видели картинку, там бриллианты, до бриллиантов копает мужичок такой своей, вот какой-то киркой, это, или как это называется. И осталась тоненькая стеночка, один раз ударить, и бриллианты на тебя повалятся. А он разворачивается и уходит.
да, ну, как бы вот зачастую это бывает, ну, как бы, опять же, все воспринимаем как опыт, но рекомендую, ребят, просто верить спонсорам, действовать, верить компании, компании 50 лет, не сдаемся ни в коем разе, да, потому что вы просто сядьте, вот подумайте, да, а что у вас изменится, если вы начнете, да, здесь расти, и что изменится, если вы не начнете? Вы исполните ваши мечты, вы исполните мечты своих детей, там, не знаю, родителей, да, вот мы хотим помочь своим родителям, своим там бабушкам, дедушкам, а если вы будете просто на обычной наемной работе работать, либо там какой-то, может быть, бизнес свой откроете, вы точно выйдете на доход, который вы хотите? Вы сможете исполнить мечты ваших детей? В общем, просто такой риторический вопрос, или не риторический, подумайте, задумайтесь об этом, да, задумайтесь о вечном. И потом, ну, уже с трезвой головой поймите, надо вам это или нет. Все-таки рекомендую присоединиться, но ну, вы уже присоединились все, да, дойти до ГУРа, до конца ГУРа. Вот, всего лишь у нас будет 2 недели идти этот проект. Ну, сейчас Женя нам об этом расскажет. Ребят, всем большое спасибо. Всем желаю успехов, всем желаю выполнять хорошо свои задания, которые у нас будут, они будут несложные, они у нас будут, мы не заставляем вас это делать, да, но все-таки рекомендуем, чтобы ваш бизнес рос, вы должны ну, следовать тому, что мы вам будем давать, потому что курс просто бомбовый. Все, всех люблю, всех целую, Женечка, подключайся, всем пока-пока, я записываю, запись веду. Какое-то. Ребят, скажите, меня слышно, нет? Дело в том, что кто-то к нам подключился. Я не могу, мне кажется, подождите, я попробую. Запись. Ну, откроем. Бил. Так, не так хотела сделать. Что умеет? Ой, ну, в общем, ладно, не буду ничего трогать. Рада приветствовать вас. Спасибо Маше Мочаловой за такую мотивацию. Ребят, хочу сказать, что в нашем бизнесе, в нашей работе мотивация играет очень огромную роль и от вас изнутри. И сейчас она эту мотивацию уже дала. Я сейчас расскажу более так практические вещи, да, для чего мы это сделали, что вы здесь получите, и слайды хорошо видать, не большеваты, потому что как-то вроде как бы, ой, как бы не знаю, видно, да? Все, хорошо видать, хорошо, ребят, начинаем. Угу. Смотрите, мы с вами уже кидали анонсы в наших командных чатах, мы кидали анонсы в своих групповых чатах, да, в директорских, и говорили о том, что сюда мы пришли с вами за максимумом. За максимум, за большим и за лучшим. И, конечно же, нет смысла размениваться по мелочам. Как уже Маша сказала, 2017 год в нашей команде, в команде Юли и Артема Дикниги объявлен бриллиантовым. И мы будем друг другу помогать. Я вроде гром. Еще громче нужно. Слышно? Мы друг другу будем помогать с вами достигать этой цели. В одиночку мы с вами никогда не добьемся результата. Да? Мы часто об этом говорим.
что у нас командный бизнес, что только взявшись за руки, плечом к плечу, нога к ноге, да, ноздря в ноздрю, мы можем достигнуть здесь результатов. В процессе выпуска будьте готовы проявить свою активность к усиленному рекрутингу, к интересным заданиям и достойным подаркам, ребят. В итоге, вы будете выполнять все рекомендации, а здесь как раз я хочу тоже заострить внимание на том, что, знаете, когда вы приходите сюда, вы должны нам довериться. Должны довериться именно нам. Почему? Потому что мы уже прошли этот путь со своими ошибками, со своим опытом. И наша задача вам помочь в этом. Конечно же, в итоге вы получите, если вы будете все выполнять. И, ребята, это при этом условие. Стремительный рост, хорошие доходы и незабываемые путешествия. Какие же еще условия у нас с вами есть? Сейчас я еще здесь пройду. Может быть, кто-то сейчас добавился к нам в чат, кто только пришел новичком, заполнил форму, но у нас есть определенные критерии. Первый критерий, ребят, мы подняли планочку, это уровень консультанта 3%. Что такое уровень консультанта 3%? Это может быть и личный ваш результат, но это может быть и групповой. 150 баллов. 150 бонус-баллов – это примерно, ну не примерно, это уровень консультанта 3%. Я вам скажу по секрету, я знаю, что во многих командах, когда был объявлен ГУР, и ценность этого обучения, многие партнеры приняли на себя решение и вышли на этот уровень, да, потому что они поняли, что здесь они возьмут намного больше. Любой балловый заказ. То есть вы, как партнеры, должны заявить о своей серьезности. Вы должны обязательно активировать свой личный кабинет. Потому что, ребят, вы уже, наверное, знаете, да, есть у нас такое понятие в команде, как рекрут, стартер, квалифицированный рекрут. И стартер – это тот, кто пришел сейчас в компанию, и он является, ну, еще никем, да, он даже, можно сказать, такой, как у нас получается, брак. Потому что когда вы активируете свой личный кабинет, вы остаетесь в нашей команде 2 года. Даже если сейчас кто-то не разобрался, даже если сейчас кто-то будет думать еще там пойти не пойти, но в любом случае вы остаетесь в системе, система работает вместе с вами, и при определенных моментах, да, если в жизни что-то у вас поменяется, вы уже сможете к нам присоединиться, но не с нуля. Конечно же, заполнить форму на участие. Я вам сегодня скажу, сколько вас заполнило. Для нас это было просто бальзам на душу. Да? Мы видим, что мы растем, а это главный критерий в нашем бизнесе. Не самому расти, не самому звездить, а находить тех людей, поднимать им планочку финансового плана и, знаете, такую самооценку поднять им. И когда видишь, что у тебя команда растет, ну, конечно же, дорогого стоит. И быть ответственным и активным. Хотела бы сказать по поводу ответственности и активности. Ребят, если вы сейчас, прям с первых минут, когда вы сюда пришли, будете относиться к этому бизнесу серьезно, это не каталоги, это не продажи, это и будет не просто какая-то беготня, это серьезная лидерская работа по выращиванию из вас предпринимателей с большой буквы нового поколения, нового века, да, я могу сказать, потому что бизнес является бизнесом 21 века, веком профессионалов и предпринимателей. Вот если вы с этого момента прям заточитесь на серьезный результат, на серьезность этого бизнеса, у вас обязательно все получится. Если кто пришел поиграться и думает, что вот туда-сюда, ну, ребят, не получится. Поэтому, конечно же, нужно быть ответственным. Ты можешь принять участие, если осознаешь, что ты и твоя семья достойны большего, чем умеешь сейчас. Ты понимаешь, что этот бизнес тебе дает уникальные возможности, и ты сможешь здесь реализовать свои жизненные цели. Путешествия, доходы, свобода, свобода выбора, время на себя, на свою семью, на своих детей. И это твое. Вы знаете, когда слышишь от человека фразу «это не мое»,
Бывает иногда, ну, как-то не по себе, но понимаешь, что он просто не разобрался. Вот все, кто разобрались в наших возможностях, они понимают, что это наше, это твое. Если вы готовы расти, действовать прямо сейчас, прямо сегодня, как мы еще говорим, вчера уже нужно было это делать, но не завтра, не откладывайте на завтра, это не наш девиз, нужно прямо сегодня, прямо сейчас действовать. Если вы готовы выполнять задания, пожалуйста, заполняйте отчетность по ним. И, конечно же, здесь вы можете увидеть, о чем я вам сейчас говорила. В прошлом году, когда мы запускали ГОР, из которого уже вышли наши старшие менеджеры и директора, ребята, они были, кто-то на этапе новичка, кто-то был на этапе менеджера, сейчас они открыли квалификацию старшего менеджера, и сейчас буквально вот-вот уже будут закрывать это звание директора, получат свои $1000, поедут на банкет. Они были такие же новички, как и вы. И нас было 95 человек. Сейчас на ГОР принято заявок 200 заявочек. Посмотрим, сколько будет на выходе, да? Но в любом случае, ваше желание, оно, конечно же, приветствуется. Ребят, цели нашего ГОР. Часто задают вопросы о том, что есть же у нас обучение. Обучение от продвижения, от команды есть, наша вот сейчас бизнес-прокачка. Чем же наш бизнес-курс будет особенным? Да, дело в том, что это экспресс-курс. Когда вы сюда приходите, мы пытаемся за определенный короткий срок дать вам базовые знания, базовые курсы, чтобы вы быстро включились, чтобы вы начали успешно, чтобы успешно стартанули. И, конечно же, это очень важно для новичков, потому что первый шаг тяжело сделать, да, первые отказы, первые сомнения. Все это мы будем с вами разбирать, мы вместе будем переживать, мы будем это даже проживать, можно сказать, в одном ключе. И наша задача, чтобы новички, которые пришли сейчас, очень быстро вошли в менеджерский корпус, а может быть даже в директорский. Не будем принижать ни в коем случае качество каждого человека, потенциал, мы же знаем, кто вы и на что вы способны. Наша задача вас раскрыть, наоборот, раскрыть ваш потенциал еще. И это зависит, конечно, только от вас, мы вам можем только помочь. Также отработать эти полученные знания на практике. О чем сказала Маша, мы здесь с вами не теоретики. Мне очень нравится то, что не нужно 5 лет, как в обыкновенной где-то жизни, да, если учиться на врача или педагога, нужно 5 лет отдать только теории, а потом идти еще и в практику. Здесь очень здорово то, что мы идем с вами в параллель. Параллельно обучаемся, тут же полученные знания мы отрабатываем на практике. Нам нужно это сформировать и закрепить навыки рекрутирования. Рекрутирование, вы уже знаете о том, что это главный гемоглобин нашего бизнеса. Ребят, если есть партнеры, которые очень давно сидят сейчас на каком-то уровне, да, вот нету какого-то толчка, он уходит на обучение, он делает 150 баллов, но не рекрутирует, не будет роста. Потому что первый навык – это именно приглашение в свою команду. Это именно умение рассказывать о своих возможностях, чтобы ваша команда пополнялась. Это кровь. Это новая кровь, это гемоглобин вашего бизнеса. Это очень-очень важно. Это, кстати, наиважнейший навык, который нужно отработать. Но когда вы его научитесь, когда научитесь рекрутировать по жизни, вы удивитесь, насколько это просто, насколько это легко, это можно делать. Не нужно специально подходить к людям там, или как-то приглашать. Это все можно делать по ходу жизни. Мы этому тоже с вами научимся. Также получить планируемый результат в бизнесе. Какой нам нужен результат? Конечно же, стать мастером рекрутинга, найти ваших ключевых партнеров, ваших 6 узлов, которые и приведут вас к бриллиантовому званию, выйти на новые уровни и квалифицироваться. Сейчас вы знаете, что будет у нас вторая волна второго каталога на Болгарию. Есть уже партнеры, которые закрывают первую волну, и вторая волна у нас сейчас уже прямо настигла. Наша задача повести на конференцию менеджеров в Болгарию. Чем
чем больше партнеров, тем лучше. Почему? У всех зависло, ребят. Скажите, у всех зависло? Буквально? Наверное, пожалуйста. Почему, ребят? Да потому что, когда вы попадете на конференцию, будь это банкет директоров, будь это конференция менеджеров, у вас просто голова повернется на... Поймете, насколько крутая компания у нас, насколько у нас крутая команда, вообще команда продвижения. Новички, советую просто разобраться, посмотреть, может быть, погуглить, увидеть, что у нас в нашей команде у нас просто собралась мощь. Вся страна за нами наблюдает, учится у нас, у наших лидеров. Поэтому вам крупно-крупно повезло. И, конечно же, про что мы сейчас и говорим, заложить основу на квалификации бриллиантового директора. 6 менеджерских групп. Ребят, при правильном построении у вас все получится. Формат проведения ГУРа. Во-первых, он у нас будет проходить всего 2 недели. В прошлый раз у нас это было 3 недели, но уже из опыта мы понимаем, 3 недели это немножко долго. Кто-то расслабляется. 2 недели достаточно для того, чтобы получить весь экспресс-курс. Это будет закрытое обучение. Кто сейчас просто находится на запуске, не будучи гуровцем, да, мы будем добавлять в чат, у нас это будет отдельный чат, будем туда добавлять. Почему мы будем делать это закрыто? Ребят, да чтобы придать ценность нашему обучению, чтобы вы понимали, что это не тяпля, это очень-очень серьезно. И здесь я также могу привести тот момент, когда мы говорим о том, что когда вы нашли клад, с кем вы поделитесь, вы будете делиться с самыми своими родными друзьями, да, вы будете знать, что это клад. Поэтому просто так мы его не раздаем. Мы раздаем только в те руки, жаждущие, да, которые готовы его взять. Просто раскидываться мы этим не будем. Будет проходить у нас по будням, с понедельника по пятницу, в 16:00 Москвы, с обязательным освещением или просмотром записи. Как вы это посчитаете, так это будет вам, как вам будет это удобно. Потому что мы находимся в разных часовых поясах с вами, и кто-то сможет быть на вебинаре, кто-то посмотрит записи. Но будут даваться задания. И на задание, на выполнение этих заданий будет даваться один день. Ночью вы будете это делать, днем или ранним утром, это решать вам, ребят. В пятницу заполнение итогового отчета, за выполнение которого будут вычисляться баллы. Вы должны понимать, что здесь у нас будет и отдельный чат, и отдельный канал в Телеграме. У кого сейчас нет Телеграма, ребят, обязательно устанавливаем. Это тот инструмент уже, без которого мы не можем с вами дальше работать. Он должен быть у всех. В нем будут и расписания, и анонсы, и отчеты, и обмен опытом. Также у нас с вами будут проходить итоговые планерки раз в неделю по результатам, да, которые у нас прошли, с рейтингами, с ответами на вопросы. Смотрите, как я уже сказала, что нужно будет для участия в ГУРе, я это уже сказала, по итогу хочу сказать, что по итогу обучения у нас с вами будет награждение победителей. Здесь написала победителей, немножко неправильно, будет победителей. У нас с вами будет разделение на две команды. Я считаю, что мы считаем с директорами, что это было бы правильнее. Да? Почему? От 0 до 9, то есть наши малышки, да, от 0 до 9 и с 12 до 18-22%. Так у нас будут две таких вот команды, и по итогам обучения в каждой группе у нас будет по 3 победителя. То есть 6 человек к концу обучения будут награждены призами, подарками. Какими, не буду говорить, пусть это остается тайной. Но хочу вам сказать, что это будет суперски. И, ребят, Маша говорила про свою картинку, я вам хочу поставить свою картинку, про которую лестницу мы прошли уже вместе. По первости, как мы называем, у нас с вами всегда, при любом решении, при новых, когда вступают нам какие-то новые возможности или новые предложения, первое, что у нас начинается, это неприятие. Как мы говорим, надо быстро пройти
кривое скорби. Кривая скорби – это как раз, когда мы говорим «нет, это не мое, я не буду это делать и вообще не хочу и не получится». Но если сесть, подумать, что тебе это может принести, поговорить с самим собой и задать себе вопросы, да попробую, да сделаю, да попытаюсь, да как мне это сделать, да вопреки всему, да, я это все-таки попробую. И когда у вас это получится, ребят, поверьте мне, мы это тоже прошли, когда мы открывали звание старших менеджеров, когда мы на будущем этапе новичков, мы не верили, что у нас будет команда, мы не верили в это. Но когда мы это сделали, мы сказали, yes, я это сделала вместе со своими сильными партнерами, со своей командой, с командой. У вас это тоже получится. Не слушайте тех, кто кричит, что это невозможно. Это глупые люди, и грош им цена. На самом деле, не все так сложно. Главное просто поверить в себя. Вот это, наверное, очень важно, вера в себя. Но на этапе новичка, ребят, вы знаете, что ваши наставники, ваши люди, ваши спонсоры, те, кто вас пригласил, даже если вы не верите, мы верим в вас больше вас, потому что когда-то в нас также поверили наши спонсоры. И вселяли эту надежду, и говорили, что мы достойны большего, что мы крутышки, что мы входим в этот 1%, который должны быть и жить по-другому. Поэтому обязательно не уходим в тень, если что-то не получается. Этот чат нам даст, этот чат нам и делится опытом, да, не важно каким. Опыт, он и есть опыт. Внимание! Смотрите, ребят, сейчас, даже уже сейчас, я хочу дать домашнее задание, и здесь каждый вправе решать, выполнять его или нет. Но я вам хочу заверить, что лидерство и какие-то лидерские качества, они вырабатываются на вот уровне подсознания, буду я это делать или нет. А попробую, а сделаю, а вдруг получится. И вот здесь мы хотели просто проверить тех партнеров, которые не побоятся и уже к завтрашнему вечеру проведут свою первую регистрацию. Ну не просто регистрацию, ребят, а рекрута. Помните, я вам говорила, рекрут — это любой партнер новичок с балловым заказом от 10 баллов до завтрашнего вечера, до нашего гура. Поделиться в чате. Сегодня в чате мы вас добавим все в наш чат. Рассказать, как вы его пригласили, что говорили, может быть, какие возражения отработали. И здесь я хотела бы дать вам такую фишечку. Вы знаете, эту фишечку отрабатывали и на предыдущих таких занятиях, когда вы можете обратиться к человеку, которого хотите пригласить. Может быть, уже приглашали, но он вам отказал. С предложением, с просьбой даже о помощи. Сказать о том, что сейчас вы находитесь, что у вас началось крутое обучение, и одно из ваших заданий – это как раз, чтобы в вашу команду сейчас пришел новичок. Пришел новичок, вы можете предложить своему будущему партнеру, что пошли со мной в команду, да давай вместе. Я как раз мне поможешь и задание выполнить. И может быть, я тебе сейчас предложу дисконтную карту, да? А может быть, ты вместе со мной будешь развиваться и учиться, и изнутри уже смотреть, что же здесь происходит. В общем, ребят, попробуйте, как бы наводку дали, приглашение на помощь. Часто очень люди реагируют. Вот для себя иногда им будет жалко времени, еще чего-то, а чтобы вам помочь, выполнить это задание, они, может быть, будут готовы хотя бы просто зарегистрироваться и покупать для себя. Но в будущем это может быть вашим каким-нибудь бриллиантовым директором. То есть задача у нас просто на то, чтобы ваши спонсоры и наставники вас заметили. Этот слайд у нас уже повторяется, Маша его показывала, да, о том, что держим курс на бриллиантовый год и идем в Diamond. И, конечно же, самое последнее, о чем бы я хотела сказать, ребят, старт у всех один. Вот высота успеха, она зависит только от вас. Насколько вы сильно хотите. Ну да, желательно, Тамар, чтобы это был рекрут.
Поймите еще, смотрите, ребят, я вам хотела бы сказать по поводу, когда вы регистрируете, приглашаете людей, неважно, на что вы приглашаете, вы даете ему возможности. У нас, как мы всегда говорим, две возможности. Первое – экономить, покупать для себя дисконтные карты. Второе – зарабатывать. Неважно, на какую вы идею его позовете, но если вы в течение 72 часов, мы уже это проговаривали, да, человека мотивируете на заказ, это играет большую хорошую роль. Он обязательно останется в вашей команде. Но здесь давайте попробуем проговорить о том, что сразу, что регистрация сразу с любым балловым заказом. Посмотри, сейчас каталог у нас с огромными скидками, и количество наших продуктов, оно просто тает на глазах. Например, в субботе там, и, например, там, в субботе, в пятнице уже чего-то может не быть. Помните человека, да? Вот, поэтому здесь не так сложно. Старт у всех один, высота успеха зависит только от тебя. Держим с вами, ребят, курс на успех. Мы будем с вами, наши наставники, да, мы будем помогать вам по всем вопросам, во всех ваших начинаниях. Главное лишь ваше желание, и этот курс мы берем с вами вместе. Ну, на этом прощаюсь. Сейчас 21:00 по Барнаулу, да, и 17:00 по Москве.